Предлагаю вашему вниманию канал Корсар. На данном канале вы найдете всего два видео по Hard World, соло-рейды и рейды нескольких домов. Канал, так сказать, реанимировался и будет радовать своих подписчиков новыми видео. Поэтому подпишись на канал и поддержи лайком, ссылка в описании под видео. Нихера себе, снимай, стой. Бой, он вытащил его из жопы. Сука. Сделал, акробат хрен. А он это, ногу, руку просунул между ног. Очко порванное, блядь. Окровавленное просто, чё за ничего. Ой, блядь. Ты, блядь, вообще эпично. Извини, друг. Я не туда метился. Это вышло случайно. Адекват. На, топор. А? На. Чё? Ну, бери кирку, блядь. Нахуя? Блядь, ну, кинуть была. Им в него? Чтобы ну чё, охуели чё? Кирку давай воткну. На топор спери свой. Кирка, да. Кстати, это и пищей будет смотреться. Да нет, спасибо, хватит. Спасибо. Стоп, блядь, сука! Стой, наскрыть адекват! Стой, подожди, я заскрыть! Кажется, пол черепа нету. Да все, пиздец. В глаз воткнул, в глаз. Нет, орехом, в глаз. Ебать, снег. Черт, ты чё? О, нормально. Спасибо. Кирка в пупке, все нормально. Я медик, я всех вылечу. Это мясо горит, блядь. Кто там все, блядь, пытается меня убить? Я не знаю, у меня в глазе это. Я ничего не вижу. Я на левый глаз ослеп. Адекват, у тебя, по-моему, дыра в глазу. Да, у тебя. У него дыра в глазу. Ой. Блядь, да нахуй! Прилег. Бля, там 100 хп было, ебать. 100 хп? Блин. Костер дает. Ой, 100 хп, 1000 еды, блядь. Подожди. А где ты собираешься рейдить? Да вот, мы окно выбили, с этой стороны, Бонни. Давай. Нихуя тут патрон в ящике. Надо. Давай. Сейчас проверю. Бобсы нужны две. Ты что, купил, что ли? 25 хп. Отойди, отойди. Да? Как отойди? На. Да ёб... Бля! Нахуй ты в яму, баран, блин. Так ты там прыгал. Блядь. Куда ты нахуй кидаешь? Блядь, ой, выпустите меня. Давай. Да я не вот могу. Я и говорю, надо, не убьет. Садись ко мне. Ты потратил Она деньги, потом, чтобы ее купить? Да у меня были, блядь, лишь ящик выпал. И убегай. Нет, ну гори! Блядь! Смерть. Ты живой? Да. Адекват. А? Так вы повреждаете ее, нет? Нет, прикинь, что такое, адекват. Ну только нахера вы кидаете, если вы ее не повреждаете? Ну мы повреждали же вчера. Надо вот сюда, наверное, ну-ка. Мастер. Отходи. Мастер. Бьет сейчас, сука, на меня. Нет. Вот, теперь повреждаем. Да. Отходи. Чё там ищешь, Феникс? Все, умер на баррикаде. Кто? Да он нищеброд бежал. Вы видели, да? Бля. Ты чё творишь? Бонни, уйди! Да, да сядь кого? Ты, бля! Сядь, убьёт меня! Давай. Смерть. Сиди. Блядь, смерть. Прикольный, сука. Смерть. У меня 40 хп, я умру. Смерть. Не подходите, не подходите. Только бы погасло. Я хилюсь, хилюсь. А, нормально. Я живой, выбили. Ага. Там вот, еще две. Еще две, да. На, правильно, правильно, уходи. Да-да, херачу с ракеты. Уходите вообще, там, прям выпрыгивайте, я не знаю, что-нибудь делайте, потому что здесь слишком до хера народа. Подожди, 5 сек, мастер, мастер, 5 сек, подожди. Что этих безбашенных? Тихо, блин, я хуй за глазом не возьму, все сольемся. Мастер, блин. Че, Феникс? На. Отлетит рикошетом об твою голову, блядь, сюда. Сзади. А что ты скинул-то? Я не могу взять. Ну худи он тебе скинул, на. Тяжелая, что ли, на. Ты чё? Да Бонни вот. Там сидит, не беру. Ага. Куртка тяжелая, блядь. О, такой не поднять. На тебе. Штаны? Камуфло. Смотри, с сапогами как идет ты. Бонни, на бабсы. 25, давай. Только надо, да. Ну там не укатится нормально. Да, да. Я пошел еще две бабсы скрафчу. Давай. Нахуй ты им посадил? Это кто? Это не им, она. Вот так вот мы начинаем их рашить. Ой, хп мало. О, а тут же адекватище тыкву посадил. Хуя пожрал. Она нихуя не захилила. Ну если у тебя 70 блин, тогда она нихуя не поможет. Все. Там еще дверь, да? Еще дверь, да.
И за ней еще, наверное, да, дверь? Достал до лута, пацаны. Че там? Они в тот ящик засунули лут. Смотрите. Там пусто. Нет, нихера там не пусто. Нормально, там уголь есть. О, Боня. Пипас. А, понятно. Там же одежда, да, я одежду еще заберу там. Боня, а порох ты куда убрал-то весь? Кого порох убрал, его крафтить надо. Там же эти лежат, сульфур. Понял, понял. Ну, был же скрафчен. Ага. Давай, погнали. Сейчас гляну, так. Подтягивайтесь к дому. Сейчас захилюсь. Ни хера чё. Давай. На тебе бобсы твои любимые. Угу. Кстати, Кир, у меня твоя балаклава. Да, надо отходы. Бабушка. Угу, все нормально. Так, кидаю сюда в угол, чтобы она вообще не укатилась. Ну да. Убегай! Еще труп Тера здесь воняет, валяется. Чё, а, вот жесть? Он валяется, кстати. Так. Копье надо вытащить. Что вообще за жесть без записи творится, блядь? Да вообще. Убийство. О, ой! Нормально. Ура! Нормально все. Ага. Так. Пипасы, ой, мины. Вообще бомжи конченые. Дай, посмотри. Смотри, короче, да. Порох. У них все. Не, ну слушай, это... Ну, а ружка где? В том доме, думаешь? В железке. Деревянная, пипасы. Да, сломаем? Дверь. Пипасы, патроны. Да, давай сломаем. Топор нужен, а может у Тира есть топор? У меня есть топор. Ломай. У меня есть кирки. У тебя каменный топор. Ну, у меня только сломается топор сейчас. Топор. Не, ну у слушай, них, здесь лут есть, который именно нам пригодится, нормально. О, 8 семян для кукурузы только, вообще нормально. Вот топоры, вы что не смотрите, в ящики уже. Ну, чтоб ты посмотрел. Ты же затащил сейчас. А, о, 14 геологичек. Угу. 7 мин. Так, мины, есть тут выкидывай их. Где ты нашел топоры-то каменные? Где они? Я забрал, сломал уже его. Нет. У них ящик, наверное, есть топоры. А, шкаф, ребята, мы их застроим. У нас теперь там блокет у них будет. Бонит. Кстати говоря, да. Да, может, вот это у нас... Ну, выходи. Дверь вставим сюда сейчас, как-то. Ну, выйди. И нормально. Ну, чё ты, мастер, застрял, что ли? Всё нормально. Одежка есть у пацанов такая маленькая. Ну, у нас одежда вообще косяк. Ну, это наша одежда, наверное. Ну что, здесь кирки есть, комплект такой нехеровый. Ну, короче, инструменты есть, нормально. Чё, теперь второй дом надо забирать? Да. В смысле второй? Ну, второй же дом у них есть. Тер, где ты? Это ты живешь? Второй дом там, у них пусто, ящик один с оружием, возможно. Да. Ну, так чё, забрать-то надо? А чё? Какая новая строят? Ну, в смысле, ну, лутаем сейчас с лифура, а чё? Угу. Да, можем выдвинуться в то место. Только сейчас лут весь перетаскаем. Так, я пока им застрою тогда всё. Выписал их, короче. Угу. Всё опустошили. А чё они тут нарисовали? Какой-то дом, солнце, облака и какой-то паук ползёт к дому. От мира к... от сердца к солнцу. Что? От сердца к солнцу. Зига, короче. Да. Так, есть дерево у тебя, Феникс? Я тащу уже. Давай. Как бы у меня хэт... На подходе, ты главное держись. Держусь, там и трупы внизу. Ты лопаешь, да? Да, я тут, блядь, скольжу пятками. О, они здесь. Оба? Отступи, может, не? Минус один. Красавчик. Ага, вижу. Это я залез. Бля, вон второй. Сука, мне надо... Почти. По мне попали, Тер, подними. Блять! Сзади, спина. Поднимай быстрее. Блять, в меня попал, сука! А ты куда? Ты упал? Поднял! Хорош, тихо. Да блять, я сейчас умру. Тихо. Попал! Давай, я иду. Попал. Минус один! Это ты? Я поднимаюсь. Всех убил. Нормально. Я поднимаюсь. Я упаду. Я подниму. Падай уже. Да ёпни по голове. Всё. Так, там еще трупы. Так, я лутать пошел в себя. Там внизу лутайте, там трупов куча. Подожди, да, ты говорил, болт сзади бил, это кто?
Не знаю, вон там трупы. Ну вы лутайте, я иду к дому. Этот дом жилой? Да, вроде. Я вправо забей, смотрю, болтай, ты влево. Что тут за костер горит? Это забей. Не знаю, мы там вот на него и напоролись, на них точнее. Сейчас этот костер. Кости жарили, дураки. Серый, у тебя два тела, да? Да. Один ща, мой, другой враг. Сейчас врага иду лутать. Я вообще не понимаю, чего вы на эту гору поднялись-то? Ну, так справа надо зарез. Сюда. Так справа зарез. Не, сюда надо. Ну, это... Тактика. Тактика? Ну окей. Ну, два и... тела, два тела! Блять, я упал, подними. Одного минусану. Ну где он обходит? Мастер. Вот сюда он спускался. Да забей на него уже. Дальше идем, да? Ну да. Суки, блять. Тупик там так, закрыт. Так, пацаны, я фул. Пойдя до дома. Пошли назад. Пошли домой. До дома все. Мы три фуловых идем. О, такое эпичное поднятие. Два тела. Мы с такого, да, путешествия прям идем. Две мины, 9 миллиметров. Кто пришел? Что за бега? Куда мы пришли? Вниз спускайтесь. Ты уверен, сэр? Оп, у кого-то коленка сломалась. Спустился. Он убегает. Можно? Серплет. Я видел кого-то справа. Одетого. Попал! Минус. Ты минус. Хорош. Куда нам лазить? Блять, по мне болт лупит. По мне болт лупит. Где? Блять, он залутанный. И что нам делать? Мы фуловы. Я не знаю. А вот сейчас, где его болт? Вон он! Попал он. Так. Где? Лутаю. Попал! Все, попал! Давай. Давайте, пацаны, нормально. Еще один. Блять. Патроны вместо кирки, дерево вместо киянки. Попираю под обстрелом, блять. Вместо мяса тысяча. Короче, блять, фул броня, что-нибудь меняйте у себя, инструмент меняйте на это лут. Так, давайте быстрее. Я не меняю. Меняю. Так фул броню забрал, там 500. Все, уходим, уходим дальше. Красавчик. Адекват, мы добежали. Представляешь, как приятно видеть знакомые лица. Мы столько пережили там. А мы тут так чуть-чуть. Так, ну все, у нас, короче. Ну, 4000 есть, да, сульфура. Ну, и здесь еще один костерчик поставить. Нет, тут ты такой на кроватке проснулся. Телевизор включил. Телевизор, давай, да, телевизор, да, нарисуем здесь. Нормально. Будет тебе там нечестие все время показывать. Иди сюда, Фим. От бога, блядь. Смотри, как думаешь, что сюда еще надо добавить? Ну, стрелу, наверное, хз. Не, ну стрела с этой стороны будет. Луку что добавить? Так. Что-то не хватает, как будто, да? Как будто красок, что ли, каких-то хз. Красок. Ну, типа коричневая обводка. А может тут китайские типа, знаки? Типа крови не хватает. А, знаю, тут заляпать всю кровью. Подойди, пожалуйста, я закрашу. Да, Феникс, я понял, что не хватает. Крови не хватает. У меня еще 27. Это я. Ага. Давай, надо... Он еще откроет по-любому ее. Что замка? А, понял. 30 хп. 30 хп. Блять. Он закрытил. Пока нет замка. Нет замка еще. Быстрее! Давайте, давайте, ну. Ну добивайте, что перестали стрелять-то. Я упал. Подавите. Да не толкайте его меня туда-то, ну ё-моё. Дайте, я пойду. Подожди, стой. Замок! Замок! Опа! Открыт! Минус. Всё. Всё. Я своего убил. Кого я убил? Я снял замок. Оооо, Боня, лутай его, ебать. Да, стой, дай посмотрю. Вот это нормальный поворот событий. Нормально? Да. Там камни, ебать. Замок сняли, да? Да, я снял. Красавчик. Так, а где второй? А, вот он лежит, он на двери скакал, у него ключи, короче, стрелы и флешка. Подожди, я не могу облутать. Сейчас Патрики возьму. Все. Че, я тогда голый бегу, да? А, я тебя убил адекват, да? Да. Сорян. Да.
330 клопсов. Зато я ему клепал стрелой, блядь. Так, нормально. Ибо нехуй по мне с болта было. Они перетаскивают. Кого перетаскивают? Ну, резцы из какого-то дома. Сейчас? Ну ты видишь, что... Ну ты думаешь, они просто так вот сейчас оделись в ловы? Они только построились. Что за ники? Владж какой-то был. Владж? У них где-то дом есть, откуда они резцы притащили. Владжак. Ебаная ублюдская вафля. И Владжак. А где его друг тогда? Так вот же, три трупа. Пуф, Егис, Седжус какой-то, блядь. Ну я только Владжага. Пуф? Да, блядь, я завис. Пуф, да, лежит. Так Пуф это один из тех, которых мы рейзили сейчас. Да, Пуф, Паф, да-да-да. Паф, мастер еще говорил, Паф, Эги, Сейджес. Ну, так это из их тимы. Они что, в разных домах, что ли, живут? Они, видишь... они решили новый дом построить. Да, они перетаскивают ресы из своего знал, старого. Я так и знал, что это они. Значит, они сейчас с калашами придут. Да, блядь, что с тобой? Они опять соснут. Ждем тебя. Угу, я уже на подходе. Угу. Так, фонарика сугашу тогда. Упс, выпал. Сука. А вот все. Все домой. Ну, нормально. Ну, фул броня, две пешки, кстати говоря. Болтовка. Ебать, он меня с пешки задамажил. Да вот, стрелу пытался нарисовать, но с этим кривым рисованием, когда все эти, короче, как его, штрихи начинают болтаться туда-сюда, хер что нормально нарисуют. Короче, у нас есть лук и стрела. Могли бы уж хотя бы пейнт сюда, да, как-нибудь ставить? Ну да. Я решил засаду сделать. Мастер проснулся. А, перешел на другой ящик. Отлично. Так, куда бы мину-то поставить? Точнее. Дома поставь куда-нибудь. Ну-ка, я поставил мину, я не понимаю. Да, поставил. Так. Капкан. Вот, капкан заведу. Отлично. Мину сюда поставлю. Замечательно. Ну и вот здесь лишнего не будет. Кто-то пумкин сорвет и... Будыш! Труп. Феникс. Блядь, хуй на скрипке. Феникс. Ты ваш микрофон, да. Блядь. Ты живой? Да. А где ты? Что случилось-то, не понимаю? Ты... Да ничего не случилось, все нормально. А где ты на... Где ты а на... я знаю, да не стреляй ты, сука, по мне, блядь. Это ты? Так а где ты на мину наступил? Ты же не входа? Знаю. Да? Я же сказал, осторожно, мины. Меня еще сейчас лука убьют. А, ну помогите. Нормально. Выбеги. Иду. Вот, да, это ты? Да. Ты где, у дома Гасачева? Да. Че, опять на мину взорвался, вот он, блядь. Вот он. Да нахуй вообще мина, я так и знал. Попал. Да пиздец. Да на хера ты. Бля, сори, я думал это он выбил. Что за херня, я не понимаю, что пиздец, у него не убился. Пиздец, блядь, я извини, Фень. Я еще и сдох. Меня этот ублюдок убил. Я думал это тот, сука, выбежал. Убил. Извиняю. Нормально, блять. Вы не поверите, что я сейчас изучаю. Шляпу. Шляпу какой именно? Панама. Не изучил. Печаль, беда. Знаешь, как я это назову? Как? Нити клубка. Нормально? Но это я еще не закончу. Сейчас у нас плавится весь этот хай-квалити. Коробочки у нас все армированные. Вот одну стенку, да, вот эту осталось заградить. Остальное у нас все сплошной арбор. Да. На X1-то прикинь, на официалке в натуре все в арморе. Жесть. Кто нарисовал котейку у нас на этой херне? А кто нарисовал котейку? Я. Че, я ее закрываю? Хуя-то. А, ты ее уже закрыл? Да. Ах ты, ё-моё. Террорист любит кошечек.
Да не то, что я их люблю, просто я ничего больше нарисовать не могу. А, понятно, ты в старости будешь как старая бабка с 1000 котов, понятно. Я не доживу до старости. Жить в санине и говне. Я не доживу до старости. Ну да, да. Я тебя лично пристрелю. Ну, было бы неплохо. Ты 2015. Так сказать, пидорасов надо выносить. Ну, это с прошлого года. Новинка, не, это новинка, только вышла. Набирай, это оборот. А, сейчас я пизды только возьму и это, хил. Вы слышали эксклюзив, блядь. Тебя поет смысл? А? В смысле, то, что ты поешь? Ты, Феникс, смотри, чтобы болт не залутал. Да, у него там труп внутри просто. Я оденусь, мастер. Да-да, я иду. Блядь, ты там фильм ловишь. Да. А где вы? Кто подбегает, бля? Я в этой тупой. Под Никиткой. Рожки. Кто выстрелил? Ага. Я ему лестницу сломаю. Ну а где здесь что выносить надо, чтобы у него обрушилось? Фундаменты. Фундамент. Там лестница вроде нормальная. Да, нормально, что-то я разогнался.